среду в Самарской области облачно с прояснениями, небольшой дождь местами, 20-24 тепла днем, ночью 15-17 выше 0. Ветер юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде дождя. Днем плюс 23, ночью плюс 17, юго-западный 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 22, ночью плюс 17, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь. Плюс 22 градуса в дневное время, ночью плюс 17. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Температура воды в реке Волга 15,7. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.